Я тут вспомнил вас. Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тут бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нет. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Тот и говорит: мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружие не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? Как кого, удивляется молодой? Ну, это монстров. Контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? Класс! А вот анекдот. Встречаются как-то двое сталкеров, один другому. Ты Васю помнишь? Ну, того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню, а чего? Так он это, на днях в трамплин вляпался. Ой, блин, вот так. Сбылась, можно сказать, у человека мечта. Полетел. Ну ты выдал. Внимание, анекдот. Летит, значит, Нива со сталкерами по зоне. Аномалии обходит на бешеной скорости, встречных монстров на бампер принимает, влетает на блокпост, проходит его, чуть не столкнувшись с БТРом, и уносится по дороге прочь от зоны. Пассажиры в полной прострации. А водила спокойно так, одной рукой вертит баранку, в другой держит бутылку пива и время от времени из горла отхлебывает. Тут один сталкер малость очухался. «Ну ты даешь, — говорит, — ты где так водить научился?» А водила смеется: это что? Вот я раньше в Киеве на маршрутке работал. Класс! Класс! Вот послушайте, мужики. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повадился приходить, и там сует руку в палатку и говорит: водичка, попей. А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. А раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: водички, водички попить. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько: а тебе моя водичка зачем нужна? Что ты даешь? Внимание, анекдот. Пробираются, значит, по улицам Припяти двое сталкеров. Один опытный, другой новичок. Ну, новичок постоянно сверяется с картой. Бывалый только ухмыляется. Тут на одном из перекрестков бывалый как хлопнет себя по лбу. Вырвал у новичка карту, глянул: точно! А ну, салага, давай вон к тому дому приберемся. Пробрались. Бывалый: теперь давай в этот породняк. Зашли, поднялись по лестнице. Бывалый говорит: стоп, ломай эту дверь. Новичок с разбегу выносит дверь. Бывалый: давай в кухню, ломай вытяжку. Новичок, значит, пытается отодрать решетку от стены. Пыхтит и спрашивает так с уважением: слышь, а че хоть за артефакт такой, что сам не смог унести? А бывалый ему: какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил, а вентиляции водку от жены прятал. Давай, ломай быстрее. Ну ты выдал. Ну ты выдал. Внимание, анекдот. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают: артефакты, бабло есть? Он им: нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают: артефакты, бабло есть? Да нету.
Опять окунули, и опять спрашивают. Артефакты, бабло, есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше. Дно мутное, ни хрена не видно. Вспомнил вот. Сталкер поздно ночью домой приходит. Пьяный в дрова. Жена ему опять с девками в кабаках пил. Сталкер, да ты чё? Какие девки? Патруль около зоны замел. На блокпосту 3 часа шмонали. Еле упросил, чтоб отпустили. И ты, значит, сразу водяры от радости нажрался, сволочь. Да какой я нажрался? Я же радиацию выводил, не домой же тащить. Оправдывается, значит, сталкер. А жена все не унимается. Ну ладно, а засосы на шее? Это все кровосос. Выскочил из-за угла, да как схватит. А у меня с собой только пистолет, еле ноги унес. Тут жена его как треснет по голове сковородкой. Ах ты, сволочь. В следующий раз своего кровососа встретишь, передай. Такая помада уже не в моде. Внимание, анекдот. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как заору, как прыгну на него и давай ему глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа в 2 шагах, узнаете чем. Само найдется. Ну ты выдал. А вот такое вам как. Пошли 2 новичка в зону. Не успели и пару шагов сделать, как на них кровосос напал. Новички, ясное дело, оружие с перепугу побросали и как рванут в разные стороны. Кровосос одного из них выбрал и погнался за ним. Тот на дерево, а кровосос за ним. Второй новичок возвращается, хватает ствол и давай, значит, в кровососа стрелять. Бах! У кровососа правое яйцо в сторону. Тварь, значит, от боли ревет, но по дереву дальше лезет. Тут снова бах! Левое яйцо в сторону. У кровососа кровище хлещет, но он все равно вверх лезет, только еще злее стал. Бах! Кровососу отрывают к черту последнюю причиндалину, но он все равно не останавливается. Тут первый новичок с верхушки дерева кричит напарнику: «Голову! В голову ему стреляй, придурок! Он меня не насиловать собрался!» Вот послушайте, мужики. Ушел на покой старый сталкер. Сидит себе у камина с ручной собачкой и читает. В греческой и римской мифологии Цербер, чудовищный трехглавый пес со змеиным хвостом, охраняющий вход в подземное царство. Тут пес гав, сталкер всполошился, за стволом сразу полез, а кругом все тихо. Он к собаке: «Ты чего, дружок?» А тот: «Гав-гав, говно ваша мифология!» А вот такое вам как. Заблудился как-то вояка в зоне. Идет, значит, куда глаза глядят и кричит: «Люди! Отзовитесь! Кто-нибудь! Ау!» Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Он оборачивается, а там опа! Кровосос стоит и хлюпает ему, значит: «Чего орешь, а?» Ну, Солобон уже в штаны, понятное дело, наложил, но все-таки отвечает: «Я это... того... заплутал. Кричу вот. Может, кто-нибудь услышит?» А кровосос, значит, всеми своими щупальцами облизался и говорит довольно так: «Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем?» А вот такое вам как. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему: «Пошел вон отсюда, пока цел». Контролер обиделся: «Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер свое гнет. Я сказал: «Вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет». Ну,
ты выдал. Вспомнил вот. Заблудился однажды вояка в зоне. Ну, значит, бродит туда-сюда и орет: люди, кто-нибудь, помогите! А в кустах сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да. Значит, на блокпосту по три шкуры драть, так урода и сволочи. А как залез в жопу, так сразу: люди, помогите! Ну ты выдал! А вот такое вам как? Старые и молодые долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому: тихонько иди вон к тому дереву. Головастик на цыпочках пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно: во, я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. А вот анекдот. Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью. Захотелось ему экстрима. Затарился он, значит, самым навороченным броником. Волыну наикрутейшую купил. Навешал на нее все, что только можно. Гайки вообще у ювелира заказал, платиновые. В общем, запаковался по полной. Ну, и отправился в зону. В наглую проехал через блокпост, часовому на ходу пачку баксов кинул. Едет, значит, по зоне, Хеннесси из горла хлещет, колонки какую-то попсу шпарит. В общем, как обычно, чувствует себя хозяином жизни. А тут вдруг, опа, хриплый голос в мозгу: слышь, пацан, закурить есть? Ну ты выдал! Внимание, анекдот. Как-то столкнулись в подземельях агропрома кровосос и контролер. Кровосос: ну ты меня и напугал, чудовище. Контролер: ты на себя посмотри, тоже мне принц прекрасный. Ты даешь! Внимание, анекдот. Заползает пьяный сталкер в бар на карачках, поворачивает к стене и начинает ползти вверх. Перелазит на потолок, потом по другой стене сползает к стойке. Заказывает бутылку водки, выпивает, достает из рюкзака артефакт, закусывает. После этого разворачивается и выползает из бара. Один сталкер обалдел, ну и говорит другому: ты видал? А тот ему: ага, закусил, падла. Не те уже времена. Раньше порядочный сталкер артефактом занюхивал. Класс! Ну ты выдал! Вот такое знает кто? Посадил сталкер псевдолепку. Выросла псевдолепка большая-пребольшая. Взял сталкер гранатомет и пошел ее добывать. И все бы у него наверняка получилось, если бы псевдожучки и псевдомышки не набежали. Внимание, анекдот. Допрашивает как-то майор на блокпосту матерого такого сталкерюгу: значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны и имели при себе предметы, запрещенные к выносу за ее пределы? Ну, а того, значит, запарил третий час под конвоем сидеть. Он как брякнет: так признаю, командир, был пьяный. А был бы трезвый, в жизни мимо вас, долбодятлов, с хабаром не поперся бы. Класс! Хорошо! Я тут вспомнил вот. Идет новичок по зоне. Замечтался, а врага не заметил, и как покатится под откос. А внизу мясорубка. Ну, сталкер думает: все, прощай, мама. И тут его кто-то цоп, смотрит. Это зомби его схватил и тянет теперь куда-то. Сталкер его и спрашивает: зомби, это спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему: контролер свежее мясо любит, фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Класс! Послушайте, мужики. Стоит, значит, бывалый сталкер у перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средний хабара. Налево кабаки, девки и хабара до фиища. Ну, он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает,
Чё-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у мужиков спросить. Чё за фигня такая стрёмная? Кабаки и девки. Класс! А вот анекдот. Заходит сталкер в бар. Бармен, дай чего-нибудь пожрать. Бармен, значит, начинает. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, жареные лапки с норков в томатном соусе, из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкер аж перекосило. Ты, говорит, чего это вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто, кричит, я? А сталкер, а что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? Ну ты выдал. А вот такое вам как? Учит, значит, опытный сталкер новичка, как оно в зоне жить. Как что делать, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть. Молодой спрашивает: а представьте такое дело. Вот идем мы с вами по зоне, и тут со всех сторон монстры, все какие только есть. А у нас только один патрон на двоих, у вас в стволе. Вы как тогда поступите? Сами застрелитесь, а меня на растерзание оставите? Или меня застрелите, а сами как-то выкручиваться будете? Старый сталкер, не раздумывая: говно вопрос! Тебя, конечно, за то, что накаркал. Внимание, анекдот. Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Ему черт показывает муки, которые грешники терпят. Кипящая смола, плетки, раскаленные угли, огонь кругом, вопли, серой воняет. Сталкер посмотрел на все это и говорит чертям: ну что, чуваки, тепло у вас тут, сухо, да и развлечений побольше, чем у нас на болотах. Так что я, пожалуй, тут пока останусь. Вот такое, знает кто? В хлам пьяный сталкер в 3 часа ночи возвращается домой. Ну, а жена, значит, со сковородкой поджидает. Сталкер на карачках полз в квартиру, достал гайку, метнул в сторону туалета, повтыкал, пополз туда. Жена это дело молча так наблюдает. Сталкер проблевался, выполз из туалета, достал гайку, метнул в сторону спальни, повтыкал, пополз. Тут жена его со всей дури сковородкой по голове хрясь. Сталкер раз, отрубился. Потом в сознание пришел. Карту достал, место новой аномалии отмечает и бормочет: вот это фартануло, так фартануло. Ты даешь.